Привет всем! В сегодняшнем видео покажу, как сделать красивые и очень натуральные нарциссы из бумаги. Я их увидела у Лии Гриффит и решила повторить. Для этого мне понадобится 4 вида гофрированной бумаги. Первое, что я делаю, буду создавать серединку цветка. Для этого буду использовать 2 отрезка бумаги. Вся информация по размерам будет обязательно в инфобоксе. Так, начинаем. Беру и делаю надрезы такие небольшие, как бы бахрому, не дорезая до конца. Вы можете использовать покупные тычинки, если у вас есть. У меня нету, поэтому я делаю сама. Вот так немножко прокручиваю. И приклеиваю на проволоку. Я буду собирать цветок на вот такой проволоке. Хорошо прижимаю, чтобы оно отлично зафиксировалось. Готово. Теперь беру верхний край, растягиваю. Просто вот так растягиваю с одной стороны. Приклеиваем. Беру пинцет или любое другое приспособление и немного растягиваю. Серединка готова. Отставляю в сторону и делаю лепестки. Лепестки я буду делать по вот такому шаблону. Информация будет в инфобоксе, можно будет зайти и скачать. Размер каждого лепестка 3,5 на 1,3 сантиметра. Делать я буду с желтой бумаги. Складываю в 3 раза. Лишнее отрезаю и теперь вырезаю лепесток. Как видите, вот таких 6 лепестков у меня получилось. Теперь их будем подготавливать. Для этого я беру пинцетом, подгибаю небольшую часть внизу, чтобы получилось вот таким вот образом, чтобы было удобнее крепить. И растягиваю лепесток немного. Лепестки готовы, теперь их будем крепить. Наношу клей только вот на эту сторону. И прикрепляю аккуратно.
беру небольшой отрезок бумаги и декорирую ножку, но не до конца. Теперь беру небольшой отрезок бумаги размером 5 на 1 сантиметр и вырезаю такую форму лодочки. Такая заготовка у меня получается. Беру, загибаю немного нарцисс, он же вот такой формы у нас обычно в природе, и закрепляю эту часть. Теперь беру и дальнейшую ножку декорирую гофрированной бумагой. Теперь можно расправить. Такой замечательный нарцисс получается, но это, конечно же, еще не все. Сейчас я еще декорирую с помощью красной краски. Использовать я буду такую красную акриловую краску. Можете использовать любую, которая у вас есть. Немного беру. И с помощью кисточки влажной наношу. Декорирую я вот этот вот край нарцисса. Немножко просто провожу, видите? Вот такая красота получается. Отставляю высыхать, а сейчас буду делать два листика. Для листиков я буду использовать два таких отрезка бумаги размером 10 на 1 сантиметр. Просто беру, вырезаю форму лодочки. Листики готовы, осталось их только закрепить. Вот такой замечательный нарцисс у меня получился. Мне кажется, выглядит он как настоящий, красиво, ярко. И будет, кстати, в любой весенней композиции.